Уважаемые гости, наше яркое и феерическое шоу начнется через 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ваши идеи волной поднимутся и изменят цены. Мы собрались здесь для того, чтобы осуществить это грандиозное «Если бы!». Посмотрите, сколько нас много! Я вот здесь, находясь на этой сцене, чувствую эту творческую энергию, которая у нас сегодня на нашем фестивале. И поэтому я мечтаю, что скоро наступит такое лето, когда Кранево превратится в город-фестиваль. International, международный, creative, творческий. Festival of Children and Youth. Фестиваль детей и молодежи. The Wave of Ideas. Волна идей. Это встречи. Meetings. С каждым годом география фестиваля расширяется. Number of people involved in the festival growing constantly from year to year. Сейчас на него приезжают дети из разных уголков мира. Летом поселок Кранево превращается в настоящую творческую лабораторию. 3,000 of children turned unknown for a wide circle of people town Kranevo into the creative lab. А туристы и местные жители получают благодаря фестивалю «Волна идей» массу незабываемых эмоций. Tourists and locals got lots of unforgettable emotions thanks to the festival. Festival of Children and Youth. Фестиваль детей и молодежи. The Wave of Ideas. Волна идей. Это активный отдых. Recreation. Команда организаторов заполняет активными развлечениями каждый день фестивальщиков. The organizers team fills up every day with active entertainment. Море, солнце и пляж из золотого песка дают заряд бодрости детям на весь год. The sea, the sun and golden sand beach grant cheerfulness for the children for the entire year. International, международный, creative, творческий, Festival of Children and Youth, фестиваль детей и молодежи, The Wave of Ideas, волна идей. Это творчество. Creation. Каждый день участники фестиваля создают что-то новое, узнают что-то новое и удивляются чему-то новому. Every day the festival's participants create something new, learn something new, believe in something new and wonder something new. Фестиваль приглашает профессионалов в разных видах творчества, чтобы они могли передать свою увлеченность и знания детям. The festival invites professionals from numerous art directions to transmit their inspirations and knowledge to the children.
International. Международный. Creative. Творческий. Festival of Children and Youth. Фестиваль детей и молодежи. The Wave of Ideas. Волна идей. Это возможность. Opportunities. Специально оснащенная сцена. Высококлассное техническое обеспечение. Professionally equipped scene. Команда профессионалов. Technical support team. Все это помогает детям максимально раскрыть свои творческие возможности. All these grants the children with the feel of being real professionals. International. Международный. Creative. Творческий. Festival of Children and Youth. Фестиваль детей и молодежи. The Wave of Ideas. Волна идей. Это соревнования. Competition. Все участники фестиваля могут показать свои достижения в выбранной номинации. Every member of the festival can demonstrate his achievements in a selected sphere. Каждый может стать победителем. Everyone can be the champion. Вокал, хореография, театр, фольклор, рисование, литература, математика, иностранные языки. Vocal, choreography, theater, folklore, drawing, literature, mathematics, foreign languages. Every year the festival adds new nominations. International. Международный. Creative. Творческий. Festival of Children and Youth. Фестиваль детей и молодежи. The Wave of Ideas. Волна идей. Это профессиональное международное жюри. Professional International Jury. Члены жюри приезжают из разных стран не только судить, но и преподавать секреты мастерства. Jury members come from different countries not only to judge, but to share their skill secrets. У каждого участника есть возможность пообщаться с профессионалами высшей пробы. Every member has a chance to communicate with high-level professionals. Давайте творить вместе. Мы ждем вас в нашей творческой лаборатории. Болгария, Кранево, фестиваль «Волна идей».